Казалось бы, каждый из нас знает золотое правило: уходя из квартиры, закрой дверь на ключ. Невнимательность или беспечность могут стоить хозяевам приличной суммы. В Мариэл участились случаи квартирных краж, сообщают в региональном министерстве внутренних дел. Если дверь не заперта, злоумышленники бесшумно проникают в помещение и незаметно похищают деньги, драгоценности, телефоны. Так, 47-летняя Ишкаралинка, уходя, забыла закрыть входную дверь на замок, чем и воспользовались преступники, которые, проходя по подъезду, проверяли, закрыты ли двери. Свободно проникнув в квартиру, злоумышленники похитили золотые украшения на сумму более 25 тысяч рублей. Важно отметить, что имели место случаи краж, когда хозяева квартиры находились дома. Ишкаралинец, находясь у себя дома, смотрел телевизор и услышал, как входная дверь захлопнулась. Он выглянул на лестничную площадку, но там никого не было. Только через некоторое время он обнаружил пропажу золотых изделий и смартфона на общую сумму более 60 тысяч рублей. 3 человека погибли и 8 получили травмы. Всего за минувшую неделю на территории республики произошло 10 ДТП. Это столкновение транспортных средств, наезды на препятствия, наезды на пешеходов. Сразу 2 пассажирки доставлены в больницу в результате падений в троллейбусах. Оба случая произошли в результате резкого торможения. Сейчас на дорогах республики проходит профилактическое мероприятие «Пешеход». Внимание госавтоинспекции будет направлено на водителей, в частности, на соблюдение правил пересечения нерегулируемых пешеходных переходов. Хочется напомнить водителям, что штраф за непредоставление преимущества пешеходам у нас составляет от 1,5 до 2,5 тысяч. Штраф увеличен в конце прошлого года. Ну и кроме этого, работа будет проведена с пешеходами, которые нарушают правила дорожного движения. Особенно двигаются в темное время суток в ненаселенных пунктах без светоотражающих элементов. Кражи, нападения, аварии, громкие дела. Последние новости о происшествиях, а также ЧП, произошедшие в регионе, теперь еженедельно в информационной программе «12 новости республики».